вот я вам показала, как я компостную яму выкапываю и развожу компост по огороду. Тяжело очень, сырой, мокрый, тяжелый, земля легче. А теперь покажу что-нибудь эстетическое. Обнаружила мне тут цветочки, первоцветы расцвели. Это пушкиния. Видите, какие красивые маленькие стрелочки. Это она еще не распустилась. Вот. Дальше пролиски синенькие. Вот еще будут нарциссы, бутоны повыгоняли. И здесь, смотрите, это же крокусы. Ой, какая прелесть. А это, забыла, кажется, белоцветник, что ли? Ой, какие крупные. Это мамочка еще моя выписывала и со мной вот поделилась. Вот такая красота. Нежность такая. Птички уже тоже по-весеннему поют. Пробуждение пришло. Жизнь проснулась.